Здравствуйте, друзья, доброе утро, понедельник. И дождик шел всю ночь. Знаете, у нас тут дождики — дело редкое. И, как бы сказать, ну, круглый год редкое. Что касается зимы, то как бы не должно быть редким. Хотя последние годы, знаете, настолько все меняется, что уже перестаешь ориентироваться. Но, во всяком случае, вот дожди, которые были относительно редкостью, вот вдруг, значит, пролилось. Ноябрь, в ночь с 1 на 2 ноября пролилось и лило всю ночь. И давайте я камеру поверну, чтобы вы видели, что у нас делается тут на окошке. Ну и так, в целом, в природе. Вот. Пролилось. Дождик у нас — это первый дождик, хороший, сильный. Это испытание на прочность нашего жилья. Потому что вот эти гаттеры, водоотводный такой механизм с крыши. То есть есть трубы, которые сверху вниз идут. Есть сама крыша, там, по которой все это стекает. Ее может листиками, значит, там завалить с деревьев вокруг. Горизонтальные гаттеры, которые вдоль крыши идут понизу и сводят, значит, спускают воду в эту вертикальную трубу водосточную. Дальше, ну, в зависимости от дизайна, как бы, вот эти вот вертикальные водосточные трубы могут просто на улицу там куда-нибудь спускать, а могут уходить, вот как у нас, например, в так, под землю, там, значит, целый агрегат, и все это, значит, там в бейсин спускается, ну и так далее. То есть надо посмотреть, что происходит. Вот когда идет сильный дождь, а он шел всю ночь, значит, ты смотришь, нет ли лужи, так, потому что, может быть, где-то там плохо утекает. Не льется ли вода во время дождя, надо смотреть. Не льется ли вода прямо вот с этих горизонтальных гаттеров, там, где она литься не должна. Но может литься, потому что если гаттер забился листвой, например, да, или, например, забилась листвой или чем-то сама водосточная труба, которая вниз должна была бы воду спускать. Таким образом, в гаттере горизонтальном вода накапливается и начинает через край перехлестывать. И это очень хорошо видно. Можете мне поверить. Вот. Сразу, значит, начинается обзвон массовый с утречка. Начинается массовый обзвон вот этих вот ребят, которые чистят гаттеры, которые там приходят машинкой там такой воздуходувной, сдувают листву с крыши, чтобы она там, значит, не лежала. Одна беда, что листва забивает гаттеры, другая беда состоит в том, что когда листва накапливается на крыше, то вода на этой листве, как бы, ну там, допустим, если горка такая, то на этой листве вода накапливается, создается лужа прямо на крыше. И вот и тогда вода, которая накопилась, там лужа, вот эта лужа начинает протекать через крышу. То есть так бы она вниз текла, но поскольку вниз она не течет, то она начинает течь под вот эти вот шинглс, которые там, и начинает, соответственно, в дом идти и так далее. Поэтому вот народ, который тщательный, он заранее беспокоится. Вот когда все сухо, значит, и они знают, что скоро будут дожди. Хотя вот еще раз, последние что-то пару лет особо дождей зимой-то и не было. Но в эту зиму обещают вообще какие-то штормы, ураганы, там, я не знаю чего. Вот, поэтому народ уже как бы знает такое дело, напуган заранее. И, соответственно, как только дождик пошел сильнее, вдруг все увидели, что тут у них лужа, а там у них, значит, вода не уходит и так далее, все побежали обзванивать, потому что вот у нас гаттер, значит, засорился. И мы с утра, значит, испытали на себе, то есть стали обзванивать людей, которые чистят гаттеры там и так далее, и столкнулись вообще с интересным явлением. Не дозвонишься ни до кого. Ну, то есть у нас есть парень, который с нами работает давно, он придет почистить в 12 часов там. Вот такие вот дела. Да. А я еду с утречка, может быть, позже, чем обычно. Еду, потому что мне надо с утра кровь сдать. Я раз в 3 месяца хожу на прием к эндокринологу, а перед этим должен пойти сдать кровь. Значит, вот я, соответственно, сейчас поеду немножко там необычным своим маршрутом, заеду в лабораторию. Мы заранее пытались там в онлайне назначить appointment, но поскольку мы
не сильно заранее это сделали, то получилось, что где-то вот 10:30 мне назначили. 10:30, ну, в смысле, осталось время, которое можно было выбрать. 10:30 не такое время, которое, знаете, все стремятся выбрать, все-таки люди на работу идут. Сложно попасть на 8 там. Но, в общем, так получилось. Вот, друзья, это вам, так сказать, последний такой апдейт по части того, что у нас происходит. Вот такие, такие у нас дела. Ну, наверное, я тогда до лаборатории немного расстояния совсем. Я тогда отключаюсь, а уже на выходе из лаборатории продырявленный с наклейкой, значит, такой на руке. Вот я уже сяду тогда в машину и продолжу. Счастливо!